Между тем, в Якутии продолжается борьба с игорным бизнесом. Начиная с 2011 года пресечена деятельность 439 подобных заведений. 93% из них выявлены в столице республики. Единичные факты установлены и в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Аймиконском, Хангаласском и Мегино-Хангаласском районах. Изъято более 4500 игровых автоматов и 1000 единиц сопутствующего оборудования. Также из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли порядка 6,5 миллионов рублей. По фактам незаконной деятельности возбуждено 6 уголовных дел. Сейчас с тем, что государство усиливает все меры для, скажем так, запрета и ограничивания вообще, то есть искоренения данной деятельности незаконной на территории Российской Федерации, то организаторы, они все тщательно маскируют свою деятельность и, конечно, отдаляются от центра, отдаляются куда-то все дальше и используют очень сильные меры конспирации. Они маскируют под разные виды деятельности, то есть бинарные опционы, лотерейные автоматы. То есть практика показывает, что в принципе сегодняшний день законодательство построено таким образом, что деятельность можно формировать по-разному. Однако есть меры, на сегодняшний день существует правоприменительная практика, которой мы пользуемся, наши коллеги со всех регионов, мы обмениваемся информацией, ну и применяем ее на практике, то есть привлекаем к ответственности лиц.